Хаюшки всем, с вами OnePoint и это передача Droid Apps and Games, в которой сегодня я вам расскажу о четырех забавных нетребовательных играх и об одном нужном каждому геймеру приложении. Итак, начнем! Не могу я жить без машинок, а вы можете? В общем, первая игрушка называется Road Rash, и поверьте мне, она много чем отличается от одноименной игры на консолях. К примеру, тут нету мотоциклов, зато есть машинки. Маленький разносортный транспорт нам нужно как бы пнуть пальцем, чтобы они быстрее поскочили перекресток и не врезались в авто на другой стороне. Звучит и играется сначала легко, но чем больше очков зарабатываете, тем сложнее становится. Следующая игра у нас, что, нет, не гонки, совсем не гонки, она называется Zombie Dash, и как вы поняли из названия, тут нам, как во многих играх, придется истреблять любителей мозгов, причем игра сама не заставляет включать мозг, тупо две кнопки, прыжок да выстрел, а дальше все дело реакции. Перепрыгиваем преграды, убиваем зомбарей, собираем бонусы и апгрейдимся. Также, если надоело играть няшным парнем, можно выбрать ничуть не хуже барышню. В общем, все забавно и красиво. Напоминаю, что вы смотрите Droid Apps and Games, а тема у нас сегодня самые нетребовательные игры. И на очереди у нас одна из самых кровавых и брутальных игр в выпуске — Chainsaw Bunny. Игра даже с сюжетом рассказывает нам о зайце, который должен спасти город от полчища звериных плюшевых зомби. Ну или не плюшевых, зато они все розовые и зеленые. Все бы ничего, если бы этот заяц не истреблял бы их бензопилой! Геймплей тоже не сложен, с помощью одного нажатия запускаем зайца в полет на зомбарей, а дальше собираем бонусы, и в нужный нам момент игра подскажет, что нужно делать и как нажимать по экрану. Перелетаем из локации в локацию, копим деньги за убийство плюшевой нечисти и покупаем разные бонусы, которые будут встречаться на уровнях. Последняя игра на сегодня называется Angry Gran. И здесь мы играем злой бабушкой, которая ополчилась на людей, ходит и долбит их по голове тем, что в руки попадет. Довольно забавная и красочная игра. На деньги, собранные из побитых людей, покупаем апдейты в виде прокачки силы и ловкости или разных других орудий для бабули. А напоследок приложение, которое должен иметь каждый, для кого слово Steam — непростой звук. Это приложение Steam для мобильных устройств. Доступно не только на Android, а также и на iPhone. В приложении можно чатиться с друзьями, выполнять покупки в магазине, читать новости, смотреть публикации и многое другое. Приложение пока находится на стадии бета-тестирования, поэтому многое может работать плохо. А сдуть приложение можно с официального сайта Steam. Прежде чем прощаться, хотел бы сказать, что эту передачу вы делаете сами, а то есть предлагаете темы. К примеру, в этот раз была тема «Игры для слабых телефонов», а что будет в следующий раз, пока неизвестно. Предлагайте свои темы у меня на паблике в комментариях под этим выпуском. Лучшую тему выберем потом голосованием. Именно она и будет в следующем выпуске. Темы а-ля «У меня смартфон, Huawei, иди нагрей гусей, сделай, пожалуйста, подборочку игр под него» не принимаются. Всем пока, с вами был OnePoint и передача Droid Apps and Games. I'm eating Fun Dip right now.